Три следующих подхода предлагают рассматривать оговорку об исключении как нечто, упомянутое исключительно в Евангелии от Матфея. Следует задаться вопросом, почему? Не потому, что Евангелие от Марка или Луки не содержит наставлений Христа относительно развода и повторного брака. Они содержат. Там есть что-то написанное об этом. Однако там нет никаких оговорок об исключении, и, следовательно, предполагается как-то объяснить этот факт, чтобы можно было понять, о чем идет речь. Традиционное объяснение состоит в следующем. В том, что Евангелие от Матфея адресовано евреям. А раз оно адресовано евреям, то наличие в рассматриваемом тексте Евангелия от Матфея оговорки об исключении должно быть каким-то образом связано с иудейским законом, с тем законом, который вполне понятен именно читательской аудитории евангелиста Матфея. И, следовательно, язычникам было бы невдомек вообще, о чем там идет речь. Да, и Матфей действительно в первую очередь обращался к евреям. Ну хорошо. Тогда, какую связь с законом Иисус хотел провести с помощью оговорки об исключении? Есть мнение, что здесь имеется в виду неверность в период помолвки. Прежде чем я прочту то, что вы видите на экране, позвольте кое-что объяснить. Сейчас постарайтесь воспринимать информацию в контексте брачных традиций еврейского народа того времени и времени написания Нового Завета. Брачный ритуал состоял из трех основных этапов в то время. Первый этап подразумевал заключение соглашения о браке, и часто этот этап проходил еще в период детства потенциальных супругов. Соглашение заключали родители. Жених платил родственникам невесты выкуп. И в Божьих глазах, по Божьему закону, эти люди становились обещанными друг другу супругами. Они продолжали жить раздельно в домах своих родителей, но вопрос об их будущей совместной жизни был уже решен. И тогда наступал замечательный, великий день для жениха. Эти люди становились в этот день не только супругами по закону Моисееву, но и начинали реализовывать свои супружеские отношения. Итак, в этот день жених забирал невесту из родительского дома и приводил ее в свой дом. И это было торжественное событие. Это обычно проходило на второй стадии брачного обряда. И тогда наступала третья стадия брачного обряда. Эта стадия уже проходила в доме жениха. Там устраивался брачный пир, знак начала фактического совместного проживания супругов. Они были не только назывались, а теперь уже и становились конкретно супругами, мужем и женой. И думаю, что вполне очевидно, что между моментом заключения договора о браке много лет назад и переселением невесты в дом жениха могло действительно проходить несколько лет. И что же было? Что же было в течение этих лет? Что было, если между первой и вторым стадиями кто-то из обещанных друг другу супругов вступал в интимные отношения с другим человеком, вел себя неподобающим образом? И если такое случалось, если были такие действительно сексуальные отношения с другим человеком, то по закону Моисееву такой брак считался расторгнутым. И при желании муж мог оставить эту женщину и все начать сначала. Именно такая ситуация возникла с Иосифом и Марией, когда обнаружилось, что Мария беременна. По закону Моисееву, она, будучи обручена Иосифу, не имела права на отношения с другими мужчинами. Но Мария забеременела, и это могло означать только то, что у нее была интимная близость с каким-то мужчиной.
И этим мужчиной был не Иосиф. Иосиф это осознавал. Как же ты, Иосиф, поступишь в этой ситуации? У тебя есть право развестись с Марией. И Писание говорит о том, что Иосиф размышлял над этим. Но помните, к нему явился ангел и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марии, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Согласно этому взгляду о недопустимости развода, единственным законным основанием для расторжения брака может быть только факт прелюбодеяния, только факт интимной близости с другим человеком в период помолвки между первым и вторым этапами свадьбы. И если оговорка об исключении подразумевает именно это, то относится она не ко всем современникам Христа. Например, она не относится к язычникам, брачные традиции и обряды которых отличались от еврейских. Поэтому да, это исключение из общего правила о непозволительности развода. Но распространяется оно лишь на незначительную часть общества, современного Христу, так считают сторонники этого взгляда. А сегодня мы не живем в соответствии с еврейским законом и еврейскими традициями. Следовательно, обсуждаемое исключение практически полностью утрачивает свою актуальность. Мы не живем под теократией, мы живем под законами своих государств. Итак, возможно, кто-то скажет, что эта оговорка остается актуальной для евреев. Но и они уже живут совершенно иное время. С позиции данного подхода этот текст следует читать так. Кто разводится с женой своей, кроме вины нарушения верности в период помолвки, тот подает ей повод прелюбодействовать. То есть, если развод в период помолвки происходит по причине супружеской неверности, то в новом браке прелюбодеяния не будет. Если причина развода иная, то будет прелюбодеяние. Формально такую позицию нельзя назвать запрещающей, она устанавливает неполный запрет, однако условия, допускающие расторжение брака, сильно специфичны, ограничены, что в целом эту позицию характеризует как запрещающий развод. Итак, пятый подход. Этот подход называется «взгляд на смешанные браки». Ранее мы уже пытались рассмотреть оговорку об исключении с позиции еврейского закона и истории израильского народа, поскольку свое Евангелие Матфей адресует в первую очередь евреям. В чем же состоит суть этого взгляда? Вспомните, что произошло во время Вавилонского пленения. Тогда многих жителей Южного царства, то есть Иудеи, в основном остаток колена Иудина, насильно переселили в Вавилон. И длилось это пленение не пару лет, и даже не дюжину лет, а гораздо дольше. Так вот, евреи жили под властью вавилонян, и многие из евреев осели в той местности, в Месопотамии. Они рождались там, росли, вступали в брак. Причем они не только вступали в брак с соотечественниками-евреями, но также вступали в брак и с вавилонянами, образуя смешанные браки с местными жителями. И при этом вавилоняне, разумеется, не поклонялись Богу евреев, Яхве, и они не подчинялись закону Моисееву также. Таким образом, за много десятков лет, за время вавилонского пленения, появилось немало смешанных браков. А потом, со временем, пленение закончилось, и тогда евреям разрешили вернуться в свою землю. И причем им разрешили вернуться не в одиночку, а вместе со своими семьями, с женами, с детьми. И если внимательно прочитать книги Ездры и книги Неемии, повествующие о возвращении евреев в свою землю и проведении восстановительных работ, то сложившаяся тогда ситуация вызывала немалое беспокойство. Народ израильский, а точнее жители Иудеи, число которых за время пленения сократилось, зачастую вступали в брак с вавилонянами-язычниками. В связи с этим существовали реальные опасения по поводу того, что, несмотря на фактическое существование Южного царства, то есть Иудеи, люди, жители этой местности,
уже не будут поклоняться Иегове или Яхве. Следовательно, в попытках удержать народ на правильном пути, Бог заповедал евреям расторгнуть браки с иноплеменниками. И здесь, понимая исторический ход, образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Мы понимаем, что такой радикальный шаг был необходим для того, чтобы исключить возможность тлетворного влияния языческих супругов вавилонян и вавилонянок на духовную жизнь иудеев и иудеек. С точки зрения сторонников этого подхода, таким ограничением Бог хотел сделать свой народ таким, каким Он хотел его видеть, истинными поклонниками Яхве или Иеговы. Итак, сторонники данного подхода считают, что слова Матфея, а точнее слова Иисуса, записанные евангелистом Матфеем, следует рассматривать именно в свете обстановки, исторической обстановки, сложившейся в Иудее после Вавилонского пленения. Действительно, в истории Израиля был такой момент, когда расторжение брака было разрешено, но это время давно прошло, а с ним утратило силу и разрешение на развод в еврейском обществе времен Иисуса Христа. И уже тем более нет свидетельств актуальности подобного дозволения в современном нам обществе. Итак, по сути, все вышесказанное означает, что разводиться нам в общем целом запрещено, согласно этого взгляда. Другой вариант данного подхода ставит под сомнение тот факт, что обсуждаемые слова были изречены Христом или записаны евангелистом Матфеем. Предполагается, что они представляют собой наставления ранней церкви II или III веков. С какой целью они были написаны? Вам известно, что стало происходить по мере распространения евангельской вести. В то время стали образовываться так называемые смешанные браки, в которых один супруг принимал Христа, а второй оставался невозрожденным духовно человеком. Вследствие этого, согласно данному подходу, в ранней церкви существовало опасение, что такие браки станут препятствием на пути распространения чистой христианской доктрины и движения христианства. Так вот, сторонники этой теории считают, что в целях сохранения доктринальной чистоты ранней церкви было, по сути, разрешено расторгать браки с неверующими супругами. Вот таков вариант толкования в рамках обсуждаемого подхода. И основной подход здесь гласит, что наставление о разводе следует толковать в контексте ситуации в израильском обществе, в контексте того, что происходило во времена Ездры и Неемии несколько столетий назад. Теперь давайте рассмотрим шестой подход, запрещающий развод, а потом мы сделаем перерыв. Итак, шестой подход витиевато именуется так. Нарушение законов, запрещающих близкородственные браки. А говоря проще, и в английском, и во многих других европейских языках близкородственные браки обычно называются так. Инцест. Именно об этом, по мнению сторонников этого подхода, здесь и идет речь. Давайте еще раз прочитаем в Евангелии. «Кто разводится с женою своею не во избежание совершения инцеста, так понимают сторонники этого подхода, тот подает ей повод прелюбодействовать». На основании чего возникло такое понимание? Опять-таки, отправной точкой служит особенность данного Евангелия, его целевая аудитория, то есть евреи. С этих позиций, следовательно, и его надо трактовать, считают сторонники этой теории. Сторонники этого подхода считают, что Иисус, вероятнее всего, давал наставления относительно развода в свете Кодекса Святости, представленного в книге Левит, 14 и 16 главах, и далее.
а точнее законов, связанных с совершением инцеста. И при этом в ответ на аргумент о необычности такого толкования слова «парнеа», приверженцы обсуждаемого подхода указывают на другие места из Священного Писания, где слово «парнеа» употребляется в подобном смысле. Например, в первом послании к Коринфянам говорится о людях в церкви, которые, видимо, занимались инцестом, и их поведение как раз описывалось термином «парнеа». Таким образом, в ряде контекстов «парнеа» означает «инцест». С этой точки зрения, единственным основанием для расторжения одного брака и последующего вступления в другой следует считать слишком близкую кровную связь со своим супругом. Возможно, человек не знал, что эти люди были родственниками, и потом это открывается. Бог в этом случае не обязывает продолжать семейную жизнь и разрешает развод. Однако, характерно, что это правило дается исключительно еврейскому народу в рамках Кодекса Святости. Означает ли это, что это правило сохраняло свою актуальность и для евреев-современников Христа? Полагаю, что да, поскольку они и тогда продолжали жить по закону Моисееву. Относится ли это к евреям в наши дни? Не знаю, как этот вопрос решен в современном иудаизме. А распространяется ли это правило на язычников? Смотрите, что гласит обсуждаемый подход. По сути, он распространяет это правило на еврейское общество. Ага. Тогда получается, что если ты язычник и вступаешь в брак с близким родственником, а значит занимаешься инцестом, то Бог это одобряет. Ну, так и получается, ведь если подразумевается, что данное правило применимо только к евреям и предназначено только для них, то вполне логично предположить, что Бог против совершения инцеста евреями, но не возражает, если этим будут заниматься язычники. В самом подходе такой вывод не делается, но логически он был бы обоснован. Теперь, среди приверженцев этой точки зрения были знаменитые люди, имена которых вам наверняка хорошо известны. К их числу относятся и Чарльз Райри, и Дуайт Пентекост, и их последователи, такие как Джей Карлейни, мой друг и бывший коллега из Вестерн-Баптистской семинарии. Таким образом, у этого подхода есть свои сторонники. И опять-таки, он допускает развод при четких, весьма ограниченных условиях. Но в целом, такой подход относится к категории подходов, запрещающих фактически развод.